В целях реализации договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанном между Абхазией и Россией, в частности его статьи о скоординированной внешней политике, Абхазия присоединилась к российским санкциям против Турции. Издано распоряжение премьер-министра. Скажите, почему родилось это распоряжение? Вы правильно сказали, действительно, у нас есть с Российской Федерацией договор подписанный. И в рамках этого договора, в рамках 4 статьи этого договора, мы должны, обязаны проводить скоординированную внешнеполитическую, значит, позицию, занимать. Данное распоряжение родилось, рождалось не только вчера, над этим распоряжением мы работали до этого. Вы знаете, что президент Республики Абхазия после того, как был сбит российский самолет и убит гражданин Российской Федерации, пилот, один из пилотов, один из первых сделал заявление, в котором осудил данный акт со стороны Турецкой Республики. И вот в развитии всего этого направления и родилось это распоряжение. Значит, в этом распоряжении прописаны соответствующие ограничения, которые распространяются в первую очередь на участие компании под юрисдикцией Турецкой Республики в реализации мероприятий в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономического развития. Далее здесь мы, премьером нам дано поручение Министерству экономики, Министерству сельского хозяйства, Государственному таможенному комитету до 20 января проработать перечень товаров, по импорту которых мы будем вводить соответствующие ограничения, именно те товары, которые произведены в Турецкой Республике. Также дано поручение Министерству юстиции Республики Абхазия проработать предложение по усилению контроля за деятельностью некоммерческих организаций, действующих в Республике Абхазия, с участием турецких граждан, и Министерству иностранных дел. Тоже необходимо будет до 20 числа текущего месяца проработать предложения, которые позволят усилить контроль за взаимодействиями, взаимоотношениями государственных учреждений, организаций Республики Абхазия с соответствующими учреждениями организации Турецкой Республики. Один из пунктов распоряжения гласит, я зачитаю, предоставить приложение по выработке временных ограничительных мер по импорту отдельных видов товаров, страной происхождения которых является Турецкая Республика. Скажите, какой внешнеторговый годовой оборот с Турцией и как это повлияет на экономическую ситуацию в Абхазии? На сегодняшний день Турция во внешнеторговом обороте традиционно на долю Турецкой Республики приходится порядка 14%, 14,2% по последним данным. Объем импорта из Турецкой Республики равен порядка 1,5 миллиарда рублей в год. Соответственно, и экспорт товаров тоже примерно 1,4 миллиарда на текущий момент составляет. Конечно, те ограничения, о которых здесь идет речь, будут касаться только импорта товаров, и то не всех импортируемых товаров. Мы максимально будем исходить из того, чтобы снизить издержки. Безусловно, любые ограничения и санкции – это издержки, это отрицательный экономический эффект носят. Как я уже говорил, это необходимые меры, которые продиктованы нашими взаимоотношениями политическими с Российской Федерацией. Еще один момент хотел бы отметить здесь. Есть наши национальные интересы, безусловно. Это наша абхазская диаспора, которая проживает многочисленная в Турецкой Республике. Здесь никаких, вообще абсолютно никаких ограничений быть нет и быть не может, потому что взаимоотношения с нашей диаспорой будут продолжаться и будут более, интенсивно развиваться. У нас абсолютно принципиальная позиция. Это один из главных вопросов, которые беспокоят. Это в правительстве даже не обсуждается. И Российская Федерация, если вы обратили внимание, в рамках визита помощника президента Российской Федерации Владислава Юрьевича Суркова в Абхазию недавно, до Нового года, и президент наш об этом сказал, когда они вышли к журналистам. И соответствующее заявление сделал и представитель Российской Федерации Владислав Юрьевич Сурков. Обратил внимание на то, что Российская Федерация ни в коем образом не
будет препятствовать взаимодействию с абхазской диаспорой Турецкой Республики, наоборот, будет оказывать поддержку всесторонним. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что граждане, имеющие абхазские паспорта, граждане Республики Абхазия, находящиеся в Турецкой Республике, это представители нашей диаспоры, без каких-либо ограничений могут посещать Республику Абхазия. Это наши граждане, на них ни в коем случае эти ограничения, на их деятельность, на их бизнес это не распространяется. Что касается отрицательного экономического эффекта для нашей страны, безусловно, он будет. Тут еще раз повторюсь, от санкций и ограничений никогда никто не выигрывает. Никто здесь иллюзий в Абхазии не питает о том, что мы нанесем какой-то серьезный ущерб турецкой экономике, если мы перестанем импортировать какие-то товары. Понятно. Это скорее политический шаг. Мы обозначаем свою позицию, которая, значит, она будет проявляться не только в экономических, но и политических шагах со стороны Республики Абхазии. А что касается импорта товаров, я еще раз говорю, эти ограничения сейчас нами прорабатываются, группа товаров. Но опять хочу обратить внимание наших граждан, чтобы не было беспокойства, это не коснется большого числа товаров, которые импортируются в Абхазию. То есть мы максимально постараемся снизить издержки, которые будут вытекать из этих ограничений. Еще один вопрос, который волнует наших граждан. С 1 января этого года вступил в силу закон о налоге на добавленную стоимость. Однако список не подлежащих налогообложению товаров еще не утвержден. Как работает этот закон? Он повлиял на повышение цен на рынке? Тут два вопроса. Первый вопрос по поводу списка. Могу ответить, что да, действительно не утвержден список продовольственных товаров, которые освобождаются от налога на добавленную стоимость. Поэтому парламентом принято решение все продовольственные товары, все продукты питания, которые ввозятся в Абхазию, освободить от налога на добавленную стоимость до утверждения соответствующего перечня. Перечень будет утвержден, и он будет обнародован, и все будет понятно, какие товары облагаются, какие не облагаются. До этого момента все товары продовольственной группы, они освобождены. Как повлияло это на повышение цен? Ну, поскольку на товары продовольственной группы сегодня не действует НДС, то повышение цены на эту категорию, оно связано с рыночными какими-то условиями, или же с злоупотреблением, если такое имеет место быть, отдельных категорий граждан, которые занимаются предпринимательской деятельностью, торговлей, что тоже недопустимо. А в целом, если говорить о подорожании, о росте цен, хочу обратить ваше внимание, что, безусловно, удорожание соответствующее неизбежно, потому что не было до этого так называемого ввозного НДС. Сегодня он появился, то есть это 10% от таможенной стоимости товара, который ввозится в Республику Абхазия. Об этом уже очень много говорилось в разных передачах, я тоже могу повторить, что Абхазия была единственная страна, наверное, в мире, которая при действующем законе о налоге на добавленную стоимость, то есть страна, которая имеет такой налог на добавленную стоимость внутри, но не на внешних контурах, она его не взимает. Как бы это серьезное, скажем так, ограничение для деятельности внутренних производителей, которые, как еще раз хочу сказать, об этом много уже говорили, просто повторю, чтобы наши граждане понимали, да, тот, кто что-то производит в Абхазии до 1 января текущего года, он платил НДС со всего оборота, все, что он производил, товары и услуги, он платил, а те, которые привозили товар импортный, они платили только с разницы. Вот сейчас просто та часть, которая является таможенной стоимостью товара, она облагается 10% НДС. Опять же повторюсь, продукты питания сегодня налогом на добавленную стоимость не облагаются. Поэтому соответствующий, если рост цен есть, он никак не связан с налогом на добавленную стоимость.